В городе Ирбит завершилось совещание руководителей СМИ Восточного управленческого округа, а прошло оно в некой исконно русской обстановке. Всех гостей дружелюбно принял музей народного быта. Хотя предметы его переносят посетителей в далекие, почти былинные времена, сам музей очень молод. Основан он был 23 мая прошлого года. Он был открыт к 380-летию города. Попытка создателя, предпринимателя и местного депутата Михаила Смердова сохранить уходящую эпоху удалась. Сейчас, конечно, когда открыли музей, собрали вот эту вот экспозицию, то есть возникла необходимость обратиться к населению, чтобы восполнить недостаток тех экспонатов, которые нужны вот для крестьянской избы, например, для обустройства быта мещанского, вот который напротив. То есть некоторые элементы, которых не было в коллекции Михаила Ивановича Смердова, пришлось просто искать. В настоящий момент коллектив музея состоит из 6 человек и живет музей за счет продажи сувениров и личных вложений создателя. Несмотря на то, что музей совсем молодой, он уже признан лучшим в городе, потому что этот музей живой. Здесь очень много можно потрогать экспонатов, можно попробовать блинов из настоящей русской печи, попить ароматного чая. Наверное, сейчас этого нам очень не хватает, поэтому вот именно это притягивает посетителей в музей. Ирбитчане и гости города с восторгом осматривают до боли знакомые предметы старинного русского быта, которыми пользовались несколько десятков лет назад. В музее все такое родное и близкое. Русская печь с дымящимися на чугунных сковородках блинами, чугунок с наваристой перловой кашей, стол в красном углу с настоящим жировым самоваром, купленным когда-то на Ирбитской ярмарке, люлька с младенцем и множество других предметов старины. Экспонаты музея никого не оставляют равнодушным. Наш музей находится в исторической части города Ирбита. Это старая часть, ярмарочная часть города, где проходила как раз основная торговля во время Ирбитской ярмарки. Это улица Революции, которая раньше называлась улица Главная, Революции 25, в магазине Главный, на втором этаже. Часы работы с 9 до 18 часов. Работаем мы без выходных, поэтому милости просим в любой день. В такой располагающей обстановке и прошло совещание, в рамках которого обсуждались очень-таки современные и актуальные темы. Достаточно подробно в своем докладе управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец осветил итоги социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории данного округа. За 9 месяцев 2012 года в экономике Восточного управленческого округа сохранялась стабильная ситуация, которая характеризуется устойчивостью большинства макроэкономических показателей. Остановлюсь в самом начале на демографической ситуации трудовых ресурсов. По состоянию на 1 октября 2012 года общая численность населения в Восточном округе составила 500 тысяч человек. Из них 4658 человек стало у нас меньше в округе, чем за аналогичную дату прошлого года. За 9 месяцев 2012 года родилось 5174 ребенка. Это на 38 меньше, чем за этот период прошлого года. Снизилась смертность населения. За 9 месяцев умерло 5829 человек. Это на 351 меньше, чем за 9 месяцев 2011 года. По данным областного департамента государственной службы занятости населения, общая численность экономически активного населения на территории Восточного округа составила 268,3 тысячи человек. Численность безработных по округу 6977 человек. В принципе, уровень безработицы снизился по сравнению с началом 2012 года и составил 2,6%. На начало года было 2,99%. Хотя, конечно, мы отстаем по средним по области, этот показатель составляет 1,32%. Также подробно Николай Клевец остановился и на темах о среднемесячных зарплатах муниципалитетов, отметив достаточно высокий ее уровень у нас в Артемовском городском округе. Также подробно рассказал об итогах в промышленном комплексе, в строительстве, в жилищно-коммунальной сфере, в сельском хозяйстве, в инвестиционной деятельности. В отдельной теме он также выделил розничную торговлю и общественное питание, финансовую деятельность, доходы местных бюджетов, образование. За 9 месяцев этого года бюджеты муниципальных образований округа с учетом межбюджетных трансфертов поступило порядка 9,3 миллиарда рублей. Это 69% от всех годовых назначений. Расходная часть бюджетов на 2012 год запланирована в сумме 13,8 миллиарда рублей. Исполнение по итогам 9 месяцев составило 8,3 миллиарда или 62% годовых назначений. По образованию.
буквально несколько слов. Образовательными услугами в округе охвачено 99,9% детей в возрасте от 7 до 15 лет, или это 46 617 человек. Общий охват питанием обучающихся общеобразовательных учреждений составил 98,2%. Всего охвачено питание у нас 50 141 учащихся школ. В 7 муниципальных образованиях округа все 100% учащихся охвачены питанием. Это, я назову их, город Алапаевск, Камышловский городской округ, муниципальное образование Алапаевское, Байкаловский муниципальный район, Камышловский муниципальный район, Махнево и Табаринский муниципальный район. Охват детей горячим питанием составляет у нас в округе 95,5%. Это 48 770 детей. 100% охват детей горячим питанием только в трех муниципальных образованиях. Байкаловском муниципальном районе, Махнево и Табаринском муниципальном районе. По экологии Николай Клевец сказал, также немного обозначив цифры выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ, количество несанкционированных и санкционированных свалок ТБО и общий объем загрязняющих стоков, ежегодно поступающих в водный бассейн. Далее он обратился к теме транспорта и обстановки с ДТП. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 6062 километра. Из них 2568 километров не отвечает нормативным требованиям. Протяженность бесхозяйных дорог, находящихся на территории муниципальных образований, 1579 километров. При этом 76 населенных пунктов Восточного округа совсем не имеют связи по дорогам с твердым покрытием и с сетью дорог общего пользования. Больше всего таких населенных пунктов в Табаринском муниципальном районе. Их 25. По дорожно-транспортным происшествиям. В период с января по сентябрь 2012 года на территории округа произошло 2757 дорожно-транспортных происшествий. Это на 7% меньше, чем за этот же период 2011 года. К сожалению, увеличилось число погибших в результате ДТП на 31 человек. Погибло всего по округу 210 человек. Также кратко Николай Клевец описал итоги по теме пожарной обстановки и охране правопорядка. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 544 пожара в округе. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 40 пожаров. В сельской местности также наблюдается снижение количества пожаров. Зарегистрировано 251, это на 52 меньше, чем в прошлом году. По охране правопорядка. За 9 месяцев на территории Восточного округа зарегистрировано 5774 преступления. Это больше, чем за этот же период прошлого года на 8,9%. Наблюдается снижение преступлений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними. Их совершено 266, это на 20 меньше, чем в 2011 году. И завершил свой доклад Николай Клевец темой развития малого и среднего бизнеса. Во всех муниципальных образованиях созданы советы по развитию малого и среднего предпринимательства. В 15 муниципальных образований на территории округа действуют муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Нет программ в Слободе-Туринской и Махнево. Программа находится в стадии разработки. По состоянию на 1 октября 2012 года в муниципальных образованиях округа число субъектов малого бизнеса составляет порядка 14420. Занято около 55 тысяч человек. Это 20% от численности экономически активного населения всего Восточного Украинского округа. Рост численности занятых в сфере малого предпринимательства в Восточном округе наблюдается в 7 муниципальных образованиях. Например, в Реже на 17%, в Камышловском городском округе на 12%, в Тугулыме на 6%. Различные направления деятельности субъектов малого предпринимательства. В торговле занято 7814 субъектов, в строительстве 255, в сельском хозяйстве 656, в промышленности 828 субъектов, в сфере обслуживания 1633 и прочие направления деятельности охватывают 3236 субъектов малого предпринимательства. Вместе с тем, доля населенных пунктов, где нет вообще никакого предпринимательства, где нет субъектов малого бизнеса, остается высокой. В Табаринском муниципальном районе она составляет 47%, в Туринском городском округе 45%, в Тавдинском 41%, в Байкалово 35%. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей в Восточном украинском округе составляет 25 единиц. Это ниже, значительно ниже областных показателей. Областной показатель 44. На территории округа работает 7 фондов поддержки малого предпринимательства. Это в Реже, Алапаевске, Ирбите, Табарах, Артемовске, в Тавде и в Камышловском городском округе. 8 информационно-консультационных пунктов: Тугулым, Талица, Пышма, Эрбит, Туринский, Байкалово, Слобода-Туринская. И один у нас в округе бизнес-инкубатор, это в Реже. Вот таковы основные показатели
значит, работы округа за 9 месяцев. Таким образом, итоги были подведены. Вопросов у собравшихся не возникло. И Николай Клевец перешел к обсуждению следующей проблемы, которую обозначил вице-губернатор Яков Силин. Вопрос касался взаимодействия муниципальных общественно-политических изданий с областными исполнительными органами государственной власти. Яков Петрович стоит определенную задачу, что нужна в области у нас единая информационная политика. То есть должна быть разумная информационная вертикаль. Конечно, значит, вот прежде всего до населения должны доноситься все задачи, которые ставит президент Российской Федерации, председатель правительства Российской Федерации. Все эти задачи должны быть неукоснительно доведены до территории. Они должны разъясняться, правильно разъясняться народу. Конечно, здесь стоит вопрос, конечно, и об обучении, как сказать, представителей средств массовой информации, об оборудовании, о том, чтобы семинары проводить и так далее. Это все как бы область согласна взять на себя. Значит, должна быть разумная управляемость средствами массовой информации и помощь, материальная помощь. Особенно актуальна для нашего Восточного округа, потому что у нас нет ни одного муниципального образования профицитного, чтобы доходы превышали расходы. Все, абсолютно 100% муниципальных образований, они убыточные. Они не убыточные, они дотационные. Я извиняюсь, дотационные. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то глубоко дотационный район, кто-то меньше. Но все мы дотационные. Поэтому, действительно, Яков Петрович сказал, что мы должны дать свои предложения, встретиться с руководителями средств массовой информации, чтобы вместе обсудить, как и каким образом значит, организовать нормальное, очень плодотворное сотрудничество органов власти и средств массовой информации. Как уточнил Николай Клевец, передавая слова Якова Силина, средства массовой информации не должны опасаться ущемления своих прав и свобод, а наоборот, могут рассчитывать на помощь и поддержку области в своем развитии. Но для того, чтобы оказывать эту помощь, необходимы и конкретные условия. Они, как раз рассказал директор департамента печати и массовых коммуникаций администрации губернатора Свердловской области Дмитрий Федичкин. Но прежде он остановился на системе работы самого департамента. В целом, конечно, Свердловская область – это один из самых крупнейших регионов, и по количеству средств массовой информации, зарегистрированных в Роскомнадзоре, сегодня область занимает третье место. Это такой количественный повод для гордости. При этом мы отмечаем такую тенденцию, что вся пресса Свердловской области достаточно раздроблена по зависимости от территории. Есть города процветающие, где большое количество медианосителей, будут FM-радиостанции, телекомпании, большое количество газет, конкуренция серьезная и так далее. Вместе с тем, сегодня на половине территории области единственный источник информации является газета. Местная газета при отсутствии местной телекомпании и так далее. Вот. Поэтому вырабатывать, скажем, такую общую стратегию, которая охватывала бы интересы всех муниципалитетов, достаточно сложно. Практически везде раздается общее мнение, что государство должно участвовать в политике, в формировании информационной политики, и государство должно помогать малым средствам информации работать в современных условиях. Понятное дело, сложностей очень много, это начиная с кадров, заканчивая тем, что рост затрат, по большому счету, если мы говорим о печатных СМИ, он опережает официальный уровень инфляции. Рекламный рынок развит слабо на местах и имеет тенденцию к сужению. Но, опять-таки, мы говорим о том, что на территории именно газета является очень часто единственным источником информации. И игнорировать этот фактор просто, наверное, не имеем права. До недавнего времени, как уточнил Дмитрий Федичкин, такого департамента, которым он руководит, в нашем регионе не было. И в этом он усматривает лишь минусы, если учесть, насколько в области развиты СМИ. И чтобы не было страхов в связи с его созданием, он обозначил задачи департамента. Первое. Разработка и реализация мер государственной поддержки средств массовой информации на территориях. Эти меры должны быть предельно понятны и прозрачны. Сразу говорю, что мы не проводим здесь вот раздела между прессой муниципальной и прессой частной. Второй момент, очень важный, который нужно проговорить. По традиции сложилось таким образом, что в Свердловской области существовала, пусть и маломальская, но форма поддержки газет.
телекомпании, радиостанции и другие средства массовой информации, в частности электронные, которые активно развиваются на сегодняшний момент, оставались без поддержки вообще. Вот эту историческую несправедливость мы планируем устранить. Вторая задача, которая перед нами стоит, она вытекает по большому счету в том числе из анализа ситуации. Вы знаете, что мы проводили опрос редакции, получили интересную статистику. К ней можно по-разному относиться, но это факт. На сегодняшний момент 52% редакции Свердловской области заявило о том, что в обучение сотрудников они не инвестировали ни одного рубля. Это страшная на самом деле цифра, потому что обучение сотрудников вообще в принципе в любой компании, да, начиная там, не знаю, там, от шиномонтажки и заканчивая там, крупными федеральными игроками нефтегазодобывающего комплекса, играет важнейшее значение. Особенно это имеет в нашей отрасли, потому что медийная мода, если мы посмотрим на те тенденции, которые происходят сегодня на федеральном уровне, на областном уровне, на районном, там, где пришел интернет, мода меняется стремительно. И, конечно, за этими особенностями нужно успевать. Вот. Вот из этого, по большому счету, вытекает вторая задача, которой будет заниматься департамент, связанная с тем, что мы планируем в следующем году провести широкомасштабную программу обучения. Глубоко сегментированную, то есть это будет обучение как творческих сотрудников, журналистов по разным направлениям, так и сотрудников технических. Это касается не только визуальных моделей и верстки, но в том числе и бухгалтерии и так далее. Третье направление, которое нам определено, это выступать таким коммуникатором с общественными структурами, которые сегодня работают на рынке, скажем так, на медиарынке. А пока в русской печи на чугунной сковородке с сухватом пеклись блины, Дмитрий Федичкин ответил на все вопросы присутствующих. Этим официальная часть завершилась, и встреча продолжилась занимательной экскурсией по Музею народного быта. 1631 год. Это год первого упоминания в летописи Ербеевской слободы. Некоторые говорят, она впервые в этом году появилась, ничего подобного. Она, скорее всего, существовала еще и до этого, в течение года-двух. А до этого жили на территории Ербеевской слободы, на стыке двух рек, Мцы и Ербита, сибирские татары, башкиры и, прежде всего, вагулы, которых мы сегодня называем манси. Поэтому 1631 год – это год первого упоминания Ербеевской слободы как населенного русского пункта на территории вот этой зауральской сторонушки. И ботово коровье есть, и то, что в ночное на коней на шее надевали, чтобы они никуда не убегали. Первые прялки есть, основные прялки будут внизу, поэтому я о них скромно помолчу. Ну и здесь маленькая составная самоварная коллекция Смердовской. В нем сейчас уже 298 самоваров. Здесь выставлено только маленькая часть в Раймаге и часть в запасниках, потому что, ну, куда их все? Они все здесь, в основном, жаровые, не электрические, как нынче, воткнуло и что-то закипело. А надо в трубочку было положить или шишки, или щепки, или еще что-либо. И они тем хороши, что здесь есть редкие экземпляры, которые производили знаменитые фабрики Баташовых. С каждым экспонатом в этом музее связан определенный отрезок истории. Город Ербит проживал ее вместе со всей Россией. В музее хранятся вещи, напоминающие о разных войнах, через которые пришлось пройти русскому народу. А также в нем находятся и экспонаты, перемещающие посетителей в старые добрые русские времена. Граммофон, он живой, действующий. Пианино не действующее. Писать их не так уж много было в Ербите. Мы так потихонечку узнали, что пианино-то чаще всего стояли для интерьера, для украшения. Музыкантов-то не так много было до создания здесь музыкальной школы в Ербите. Но все равно хорошо и красиво пришел. Видно, что пришел к интеллигентному человеку. Но с гербом же с российским, все здесь нормально сделано. Монпансье звенело, Монпансье съел, что угодно с этой коробочкой делает. Кросны вон стоят у нас. Они скоро будут действовать, будет мастер-класс в Музее народного быта. Приезжайте, научим ткать половики. Любого человека.